Дизайн iPad и его возможности всегда производили неизгладимое впечатление. Чтобы усилить этот эффект и расширить ваши возможности, мы создали iPad Pro. Удивительно тонкое и легкое устройство с дисплеем Retina 12,9 дюймов. Площадь экрана увеличилась на 78%, что открывает новые возможности для просмотра контента, творчества и совместной работы. Чтобы повысить точность взаимодействия с дисплеем Multi-Touch, мы полностью переработали сенсорную подсистему, увеличили чувствительность датчиков и удвоили частоту обновления. Это самый передовой из наших дисплеев, а разрешение 5,6 миллиона пикселей – самое высокое среди iOS. Впервые iPad автоматически регулирует частоту обновления дисплея в зависимости от того, что изображено на экране. Это позволяет повысить энергоэффективность и пользоваться устройством весь день без подзарядки. Мощный процессор A9X, созданный специально для iPad Pro, обеспечивает высокую производительность и поддерживает работу увеличенного дисплея. Вы сможете видеть и делать еще больше. Благодаря технологии Multi-Touch появились новые способы ввода и расширились возможности iOS 9. Чтобы обеспечить насыщенное звучание такого тонкого устройства, мы разработали новую архитектуру с четырьмя динамиками. Впервые динамики встроены непосредственно в корпус Unibody и закрыты заглушками из углеродного волокна. Таким образом, звук и диапазон iPad Pro просто невероятен для устройств такого размера. Люди используют iPad все чаще и разнообразнее, поэтому мы постарались расширить его возможности еще больше и разработали новую технологию. Магнитные контакты передают энергию и данные в обоих направлениях, что позволяет легко подключать совместные аксессуары, не используя Bluetooth или аккумулятор. iPad Pro предлагает инструменты и способы взаимодействия, которые раньше невозможно было представить. iPad всегда предоставлял новые возможности. Создавая iPad Pro, мы хотели предложить устройство, с которым вы могли бы работать и творить в совершенно иных масштабах.